Здравствуйте, меня зовут Анна Рычкова. Я частный предприниматель. Мы занимаемся, делаем наш город немного безопаснее. Мы занимаемся системой безопасности и охраной. Я увлеклась политикой после начала пандемии. И теперь уделяю больше времени себе, саморазвитию. И для того, чтобы хоть немного, насколько это возможно, принести миру, да, частичку себя, что-то сделать хорошее. Так как по своей вообще жизни мало сталкивалась с журналистами, со СМИ, и не развивала личный бренд, то я бы хотела понять, как это делать, как общаться со СМИ, как развивать свой бренд, как вести себя в соцсетях, научиться лучше говорить, научиться лучше слышать, да, людей. И представляю себя, возможно, в депутатской деятельности.